Дозвольте представлю, Світлана Осіпцова, логопед у нас в гостях. Доброго ранку, дякую, що завітали. Отож, дуже часто наші дітки запинаються, десь роблять якісь паузи. Як батькам зрозуміти, що це заїкання, що це дефект мови, як його помітити? Тобто, які основні симптоми, щоб розпізнати цей недух? Да, доброе утро, Ирина, доброе утро, город, гости, все, кто меня сегодня слышит. Заикание также еще называется логоневроз, то есть последняя часть слова – невроз. Это заболевание, которое связано с нервной системой. Что-то нервное, да? Да, 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 нервное. И, как правило, происходят при заикании запинки, начиная со звуков, дальше слогов, и даже бывают запинки слов. То есть заикание бывает легкой степени, средней и тяжкой. Ну вот первая такая ласточка, первый симптом, что ребенок заикается. Вот потому что со своего опыта говорю и знаю, что ребенок просто делает паузы. Что-то там мямлит, мы, и вы думаешь, боже мой, что это? Или это заикание, или что происходит? Вот как разобраться? Да, 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 я с вами согласна с вашим видением. Да. Что такое пауза? Как родители, да? Да, конечно. Пауза – это пауза между словами. Да? А заикание – это повторяющийся звук, слог или слово. Ага. Да, да. То есть пауза и повтор – это разные совершенно вещи. Поэтому родителям стоит обратить внимание, если ребенок повторяет первый звук, если он повторяет слог первый, это такие самые-самые первые ласточки. Если уже это как легкая форма. Если же ребенок повторяет уже первый звук, последний, бывает даже посередине, то это уже тяжелая степень заикания считается. А если уже пошли повторы и на фоне этого и слов, то вообще... Очевидные, которые... Да, такие заикания называются уже, скажем так, даже старыми. Есть молодое заикание, вот как только-только начался логоневроз, а есть старое. Я поняла. Вот вы говорите, что невроз, нервы, а все-таки какова причина? Вот детки все-таки маленькие, откуда эти неврозы, откуда этот дефект вот у них появляется? Значит, смотрите, бывает приобретенное. Это когда пострадала эмоциональная, да, сторона ребенка. То есть ребенок испугался, у него был страх, страх произошел зажим нервных окончаний, которые вплетены в мышцы, и таким образом ребенок приобрел навык, потому что ум и тело у нас как бы общие, и у деток тоже с рождения. И вот этот навык при определенной эмоции зажима, да, происходит, он дает сбой в дыхании, сбой в импульсах головного мозга, что влечет за собой повторы. А бывает, что заикание самостоятельно проходит? Или вот в любом случае нужно обращаться к врачам, к специалистам? Или вот пройдет, да? Вот, например, взять испуг, да, как первопричину заикания. Может ли он потом постепенно пройти, про этот дефект или нет? Ирина, смотрите, заикание лет 10 назад было в процентном соотношении 2%. И дети, как правило, родители вели детей, ставили на учет, они занимались этим, коррекция была. Сейчас заикание – это 10% от 100, и 50% родители не идут. Не идут. Да, да, то есть это 10% – это то, что мы знаем на учете. Скажем так, заикание помолодело, и случаев все больше и больше. Обращаться нужно к врачу, логопеду, дефектологу, да, насколько я понимаю, как проходит обследование и, соответственно, лечение, вот, избавление от этого недуга, как длительно, да. Да, вернемся немножечко, я не ответила на вопрос по поводу, проходит ли оно самостоятельно, да. Смотрите, что такое заикание? Это логоневроз, то есть неврологическое, для того, чтобы посмотреть, понаблюдать за ребенком, нужно его поместить в такую среду, как... Более спокойный ритм, да? Меньше эмоций, меньше развлекательных центров. Маме и папе, а также членам семьи, которые есть, нужно меньше эмоционально общаться в присутствии ребенка. Потому что, как правило, родители думают, что ребенок, он у нас что делает? Он играет, он ничего не слышит. Чем тише ребенок сидит, тем больше он впитывает информацию. Это факт. Да. Это факт. Поэтому, если мы снизим вот это вот напряжение неврологическое, эмоциональное, потому что ребенок уже приобрел навык спазма, да, дыхания, спазма в головном мозге, где-то прервались импульсы, то возможно понаблюдать 2-3 недели. Если же за этот промежуток ничего не улучшилось, ничего не изменилось, то необходимо обратиться к специалисту. Как проходит у специалиста это лечение, обследование, усунение, скажем так, этого дефекта?
Значит, заикание бывает же еще и комплексным, да, то есть оно может быть на базе чего-то, на базе, например, такого заболевания, как ДЦП врожденного. Это уже идет поражение головного мозга. И к этому уже может присоединиться заикание. Да? Ребенок может выговорить все звуки, но запинки в темпе речи, ну, нет нормального темпа речи, могут присутствовать. И здесь уже лечение происходит комплексно. Нужно обратиться к неврологу. Невролог назначает медикаменты. Затем логопед занимается с помощью логопедических инструментов. Если логопед знает и психологию, да, вот как бы вот все остальные моменты, связанные с психикой, то логопед занимается и здесь в комплексе. Но если же нет, то ребенку необходимо заниматься еще и с психологом. То есть вот такой комплексный подход. Потому что практикуя, скажем так, заикание, помогая детям, взрослым. Я очень часто сталкиваюсь, когда приходят мамы, и они говорят, что мы вот были у логопеда, а заикание, например, началось с апреля, а сегодня, например, у нас апрель, то есть ему год, да, с 2016 года. И ребенку на этом промежутке можно было легко помочь. Логопеды говорят, что даже и не начинайте, даже и не пробуйте. Вот. Ну, поэтому, неправильно, да, немножко философия. Уважаемые коллеги, да, я рекомендую отправлять к специалистам, к неврологам, к психологам, то есть, чтобы мама начинала. Потому что заикание, приобретенное в детстве, тянется на протяжении всей жизни. Если вовремя обратились, если обратились к профессионалам, вот, коли ж мы уже о времени говорим, сколько времени, чтобы вот убрать этот недуг? Вот, ну, приблизительно. Я понимаю, что точных, понятно, никаких рамок не может быть, но все-таки. Смотрите, из своей практики возьму, например, пример. Пришел ребенок, который занимается в первом классе. Мы занимались 2,5 месяца. И дальше с рекомендациями вот той среды спокойной, контроля эмоций, дыхания, ребенок ушел дальше, и еще мы с мамой общаемся, то есть мама еще консультируется, если есть какие-то вопросы, в курсе учителя в школе, то есть это очень важно, учитель помогает, она смотрит за эмоциональным состоянием ребенка во время того, как он в школе. Если же это взрослый, у меня был взрослый 18 лет, у него были внутренние запинки. Когда-то в детстве мы проработали линию времени, вернули его в детство, и когда-то в детстве мама ему сказала: «Да сколько ты можешь уже говорить одно и то же, одно и то же? Иди, займись, поиграй». И вот мы когда добрались до этого, он осознал, что когда-то мама ему сказала, дала такую установку: «Стоп». И когда у него какая-то ситуация жизненная, вот такая сложная, он хочет сказать, он хочет высказать свои эмоции, у него срабатывала эта программа в голове. Это была очень популярная, кстати, да. Вот и была внутренняя такая запинка. Скажем так, люди не видели, что он заикается, но внутри у него шел диалог с запинками. Это вот взрослый. Слушай, ну это, конечно, такая, да, проблема. Да, также взрослый, 24 года молодой человек, он обратился с тем, что у него шли запинки первого слога. То есть, когда он волновался, нестандартная ситуация, он заикался, тянул слог. Что мы сделали? Во-первых, мы проработали его осознанность, мы проработали, кто я. Он очень сложно с этим справлялся, ну, 20 существительных он написал. И в конце очень интересно, ему было очень приятно, когда он написал, что он личность, он человек. То есть до этого он был и братом, он там был и каким-то сотрудником, и мужем, все. А уже там 19-е, 20-е, 21-е существительное, он уже осознал, что я личность, я человек. В процессе мы работали с темпом речи, с темпом дыхания, очень важно. То есть мы работали с диафрагмой. И включали сюда кинезиологические инструменты, то есть это руки, да, это руки, которые посылают импульс в головной мозг. И когда ты даешь такой инструмент человеку, который обратился к тебе за помощью,
Он начинает контролировать полностью, да, с помощью кинезиологии он контролирует то, что он думает, то, что он должен воспроизвести, то есть происходит полностью опять-таки все структура, все. Да, комплексно, конечно. Очень, к сожалению, мало времени. Напоследок вопрос от нашей телезрительницы. Вот у нее заикание, да, она мама и боится, не передастся ли это ее ребенку. То есть ли в этом какая-то связь или нету? Заикание бывает приобретенное, как я сказала ранее, а бывает оно врожденное. То есть это поражение головного мозга уже в утробе матери, либо передается, вот как вы говорите, да, по наследству. Может передаться. Быть, да? Да. Поэтому нужно следить за эмоциональным фоном ребенка. Ко мне пришла мама, которая заикалась. Она в детстве приобрела это, у нее было заболевание, и как последствие было заикание. Она привела ребенка, которому 13 лет, гормональное формирование, у него заикание тоже было с детства. Но мама, она справилась, она умеет контролировать, у нее немножечко такой, как бы, есть акцент в произношении, но она правильно дышит и контролирует. А мальчик в своем возрасте подростковым и гормональным формированием не может. И мама хочет, я готова помочь, ребенок не готов. То есть готовность ребенка, это тоже очень-очень третья сторона, она тоже должна сказать, да, я хочу говорить. Красиво, четко, да. Я поняла, то есть вывод такой, что этот дефект, этот недуг, с которым можно бороться, нужно бороться, главное вовремя понять, в чем дело, и обратиться к специалистам, таким как Светлана Сипцова, логопед, была у нас в гостях, спасибо большое.